индийская слониха Пальма живет в нашем зоопарке около 20 лет, а Игуль — ее третий детеныш. А вот рождение слоненка Батыра, первенца Пальмы, 10 лет назад, было настоящей сенсацией. Ведь слоны в неволе размножаются очень редко. В первый день своей жизни Батыр весил 100 килограммов, а за сутки выпивал около 20 литров молока. Действительно, настоящий Батыр. Когда слоненок подрос и окреп, его передали Карагандинскому зоопарку. Вот каким великаном стал Батыр сегодня. Вы слышали когда-нибудь о том, что слоны умеют говорить? А вот наш Батыр умеет.